Всем привет, друзья! Мы снова вместе, мы снова на рыбалке. Сегодня мы с другом Маратом приехали на слияние двух рек. Вот Селюк, река Селюк и река Белая. Вот здесь они сливаются, соединяются. Да, раньше была такая огромная, большая река Белая, чистая, но вмешались заводы и река стала немного загрязненной, но рыбы в ней много. Посмотрим, удастся ли нам что-нибудь еще не поймать. Ну, дай бог, что-нибудь поймаем. Так что, ребят, смотрите видео до конца. Поехали. Ребят, начнем вот с такой вот колебалочки. Нормальный такой, на 25 грамм, на 26. Посмотрим, что получится. О, есть, Марат, есть, есть! Есть! Есть, 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 что ты? Есть, вот она! Смотри, а! Карандашик! Ребят, ребят, смотрите, вот он! Карандашик такой. Вот такой вот, ребят. Вот он. Сколько грамм? Грамм, наверное, ну, 300, может быть, есть максимум. А? Да. Да, кстати, ребят, вот на такой вот мэпс вертушку. За глаз. Вот такая вот, ребят, неплохая. Ребят, вот такую вот колебалочку сейчас поставлю. Вот такую вот рыбку посадил. Посмотрим. Эффект.
Ребят, последняя попытка на такую вот фиолетовую рыбку. Вот здесь, возле кустов. Мне кажется, вон там должна быть. Да, она тут берег будет. Вон туда? Так-то можно здесь перейти? А, это, походу, травка. Сейчас травой, наверное, выйдет. Ну. Итак, ребят, наша полуторачасовая рыбалочка на спиннинг завершена. Слава богу, нам удалось поймать одного шнурка.